Итоги матча «Фортуна» ветеранов 5-2 в пользу ветеранов. В студии Николай Бортничук и Иван Молчанов. Начало хорошее от «Фортуны» в вашем стиле. Вы придавили даже немножко соперника на чужой половине поля, начали в комбинационный футбол играть, но потом что-то пошло не так. Что, Вань? Потом я приехал. Да нет, на самом деле ошибка одна и та же, уже просто устаешь про нее говорить. Можно сколько угодно контролировать мячи, но последний пас, который идет сопернику, это сразу же голевой момент нашего ворота. То есть это в априори уже, я не знаю, как это назвать, потому что от игры к игре, от момента к моменту, любая передача последняя неверная, сразу же гол в наши ворота. Даже не голевой момент, это уже просто гол. Это уже, я не знаю, как это обзывать можно, но у меня нет просто ответа на этот вопрос. Злит просто все. Комбинируем мы хорошо, вопросов нет. Все парни более-менее играющие, хотя сбор, как всегда, последний месяц очень плохой. Но, тем не менее, те, кто есть, они делают работу. Но итог всегда за последний месяц – это поражение. Будем работать над этим, как-то разговаривать. Ну вот показалось, что ветеранов просто переломил ход игры и навязал вам свою. Нет? Да, я, наверное, соглашусь, потому что ребята по-мужски играли агрессивно. У нас в команде много молодых ребят, они, наверное, не включились, еще не знают, что такое пожестче поставить ногу. Но то они и молодые ребята. Здесь, да, к сожалению, то, что сказали, так оно и было. Да, Коль, яркая победа. Поделись эмоциями после такого не самого простого матча, прямо скажем. Ну да, до какой-то минуты матч был совершенно непростой, но потом как-то все пошло так, по накатанной начали забивать. Да я доволен и игрой своих парней, как бы, и в целом игрой. Мне кажется, игра была интересная, как бы парни комбинировали, мы там больше силовуху накидывали. Но в целом, мне кажется, интересный матч был, да, я реально доволен и игрой своих парней, и тем, что у нас возвращаются, наконец, там вот Штягин вернулся, там Клеменов выходит на свой уровень. Сусил, как всегда, только бы аплодисменты. Мишин, браво. Но вот, к сожалению, Васильев сегодня не подъехал. Наверное, с ним, я думаю, мы бы и в начале бы так не подсели. Все-таки он более молодой парень. Мне уже сложно там успевать на этих скоростях. А так, ну да, в принципе, игра была очень хорошая. Ну, вот ты сказал, что ты доволен своими ребятами, но вначале-то вас откровенно возили, и только вратарь, наверное, там наспасал кучу раз и не позволил, потому что если бы пропустили два, игра бы могла повернуться абсолютно в другую сторону. В обороне проблемы есть? Нет, это был план. Ну, типа, блин, мы же видели, что они довольно-таки... Понятно, что у них играющая команда, но они возрастные ребята уже там все. Там, грубо говоря, я не знаю, там вот у них слева в защите бегал товарищ, но он уже устал, наверное, к половине первого тайма. Видно было, что он уже так не подключается. И это и был план, типа, вымотать их. А потом, блин, наши крайки, там у нас парни бегают. Одному там 19, другому 18 лет. Там одному 18 исполнилось, там, не знаю, за месяц до начала этого турнира. Как бы вот, было как бы... Как сказать-то, я типа надеялся на их скорость, что вот они будут нас вести дальше уже, когда парни вот соперника подустанут, и это и был план. Да, конечно, если бы они забили два, возвращаться было бы сложнее, но они их не забили. Мы забили первый, потом они сравнивали, мы опять забили, они сравнивали. Как бы они все время были в роли догоняющего. Понятно, что если они забили бы, то нам было бы сложно вернуться, но я думаю, мы бы вернулись, типа, у нас... Никто не опускает руки, там, типа, и при 2-0, и при 3-0 будем биться все равно до последнего, как бы, в принципе, как и в этой игре, мы там до конца лупились, блин, уже и в два мяча вели, все равно шли забивать, и хотя было сказано уже сесть назад, все равно у нас люди бегут вперед зачем-то там, тот же, типа, Потапов, понятно, ему 19 лет, он хочет бегать всю игру туда-сюда, хотя он защитник крайний, ему было сказано, останься, помоги в защите, но все равно подключался, типа, в каждую атаку. Нет, я надеялся на... свой средний возраст своей команды, что мы за счет этого обыграем вот «Фортуну». Ну и, как я и говорил, я хотел, чтобы в этой игре «Фортуна» оказалась на нашей стороне. То есть, получается, весь матч прошел по твоему плану? Да и он был не мой, типа, мы просто с парнями обсудили это и решили, что да, лучше начать типа сзади, посмотреть, что парни, соперника предложат. И дожидаться того, что типа мы просто на скорости сможем улететь. У них в защите довольно-таки грузные, как бы, были товарищи там, или возрастные. Ну, типа, Суслов сегодня выиграл всю борьбу там сзади, у них в защите. Мне кажется, ни разу его никто не обыграл, типа, когда мяч летел туда. Вот и весь план. Дай мяч Суслову, он что-нибудь придумает. Вот наш план.
А у вас какой был план на игру? Готовились к ветеранам? После кубкового поражения, конечно, да, был серьезный разговор. Собрались сегодня. Пытались собраться пораньше, но, видимо, не все опять подъехали. Я, к сожалению, пропустил начало установки, поэтому ничего не могу сказать. Но думаю, что разговор, конечно, был о том, что нужно исправлять ситуацию. Сегодня не получилось. Дальнейшая «Фортуна» будет возвращать свою именно игру комбинационную? Да, все зависит от сбора. Нужен хороший сбор, тогда будем показывать ту игру, которая, в принципе, всегда... Весь город знает, как мы можем играть, когда все ребята в сборе. Да, нужна задача только одна – выиграть этот чемпионат. Сейчас с сегодняшней игры это стало еще сложнее, но будем работать впереди сезон. Спасибо, ребят.